собрались мы ехать, в общем, Порт мечты. Остров. Диснейленд в Москве. Остров Мас. Остров. Я думала, это Диснейленд. Я первый раз буду в Остров мечты. Остров мечты. Арина там была. Вот. Типа местный Диснейленд, да? Да. Ехать там 40 минут. Надеюсь, произойдет все. С происшествий пройдет. Не запуталась. Ну что-то, конечно, нам не жарковато, честно говоря. Жарковато? Да. Может быть, вообще окна откроем просто и все. Или так нельзя? Можете открыть. Можно, да? Да? Как же? Кого? Телек. Зачем? В чем проблема? Нам не так далеко же ехать. Пап, у меня, кстати, теперь нога не болит. Вообще не болит. Тебе починили ногу? Да, починили. Наоборот, чтобы уснуть. Интересно. Новая дорога какая, да? Смотри, как с двух сторон еще и лес. Кажется, этой дороги не видел. Что я видел? А нет, Борюшка. А это где мы едем? В какой район? Бог его знает. Сейчас на Ленинский будет. На Ленинский? Да. А. Юр, не отвлекай водителя от Свинерского района. Нет. Очень красиво. Вот здесь, да, отдыхали? Здесь были в кино. А на какой фильм выходили? Лёш. Помнишь? Че? Как? Фильм это или мультик был? Слышу. Фильм или мультик? Ну, че мы ходили, Паша? На фильм. Фильм не помню уже, как назывался. А вот тут вот зеленый. Зеленая эта машина стояла во дворе. Это Турция. Мне кажется, она тоже попала в эту, наверное, да? Вот эти машины. Она была в пересеке. Мраморная собачка. Собачка. Ну, такая, в пятнышку. Мраморная говядина? Какая мраморная говядина? Ну, в принципе, принцип такой же, да. С белыми прожилками. Только здесь еще с черными пятнышками. Ремонт дорог. Ужина, конечно, с зеленью. Или памятник делают. Памятник футболисту поставят, что ли, мяч? Архитектура как сделала. Доехали как до третьего врата. Кольца. Третье кольцо. А, третье кольцо, да. Право Комсомольский. Так, а мы едем в туннель. Где мы ехали? Туннель длинный такой, в Стамбуле, да? Проезжали с одной части Стамбула в другую. Здесь маленький. Необъятная наша Москва.
дождик собирается. Вроде дождь обещали, вроде нет дождя. Мимо пройдет. Третье кольцо. Сколько полос? Раз, два, три, четыре, пять полос. Здесь хорошо, полосы широкие. А на Ленинском мы ехали, полосы какие-то как узкие были. Мне так казалось, везде одинаковые ширины. Полосы везде одинаковые ширины, вы знаете? Да, да. Раньше широкие были. Ну да. Широкие хорошо, когда. Понятно, чем машин больше, тем полосы уже. Дамочка едет за рулем. Дамочка едет за рулем. Понятно. Дамочек еще много за рулем. О, какой грузовичок попался мне. Хотела домик красивый снять и грузовичок. Все мне переиспортило. Режим 80. А мы едем 50. Какой храм красивый. А вон он, кстати, и этот Диснейленд похож. Да, вон да, он, выглядывает. Вон он там вдалеке. Я могу просто еще под него что-то положить, вот еще что-то. Уже на горизонте виднеется. Понятно. Остров мечты. Потом посмотрим, о, совпадет ли с нашей мечтой. Вот много лет тоже смотрела, смотрела в его сторону и никак я не доходили. Здесь же и пляж есть, и вдоль реки. Ну, это река. Вдоль реки есть пляж. Там можно и позагорать, и отдохнуть, и покататься, видимо, на этих на яхточках. Так, можно сказать, да? Мы же близко к центру находимся. Да, интересно. Я ни с кем не разговаривала, кто был во Франции в Диснейленде или в Америке. И вот с этим Диснейлендом схоже, не схоже вообще. Может, это круче у нас? Может, это круче даже у нас здесь? Кто говорит? Не знаю, я говорю, никого не спрашивала. Придется в Париж поехать. Сравнить. Закрыто. Въезд закрыт. Едем дальше. Ну, здесь парковки есть. В принципе, норм на машине, если приезжать. Район технопарка. Конечно, застроила здесь. Раньше здесь вообще я не знаю, что здесь было. Какие-то производства, может быть. Пустырь. Что ты, Юль, говоришь? Пустырь здесь был? Мне кажется, здесь такой был райончик, не айс. Заезжаем. Сейчас. Вы это шустро не выпрыгивайте, я сниму, как вы из машины выходите. Для проезда нажмите на кнопку выдачи карты или прилагайте. Заберите. Пожалуйста, проезжайте. Так, интересно, сколько здесь бесплатно минут? 15 минут. Бесплатно. 15 минут. Как в аэропорту? Взят, отключилась себе. А, блин. Да, то зря. Будет пикать. Дорогу. Ага. Раньше сама не надо. Да, такая.
Сейчас я добегу. Подождите. Ну, вы можете отстегнуться. У вас пикать не будет. Будет пикать у всех. Пикает у всех, да. Да, у всех пикает. Застегивайтесь. Странно. Все, уже без варик. Все, уже пикать. Уже не пристегивайся. А почему интересно, вот пикает? Почему когда ехали, не пикало? Пикало, Леш. Вначале, когда пикало. Мы ехали. Когда мы сидели вместе. Пикало? Что пикало? Может, не пристегивались? Нет, пока сначала человек не садится, он не будет, датчик не будет давать. Посередине, да? Да, у всех. А кто будет садиться, начинает это пикать. Ой, ребятишки маленькие, аккуратно. Отлично, выход. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Так. Вот семейка выходит. Приехали. Первый пошел. Да, второй, все. Даме подайте ручку. Все, все, все взяли, ничего не забыли. Не оставляю свои вещи. Идем. Куда идем? А что я не в белом? Куда идем? Куда идем, куда идем? Смотреть бы неплохо, где покушать. Фонтанчик, подарочек. Заходим через центральный вход. Самый большой развлекатель. Вы в предвкушении праздника? Я бы